Всем привет! Сегодня у нас две вот таких вот больших посылки. Давайте посмотрим, что в них. Начинают приходить посылки, которые я заказывал в ноябре. Что это у нас большое здесь такое что-то? Что это? Что это? Это массажер! Давайте посмотрим на него. Все знают, у меня проблема, ну то есть те, кто подписан на мой канал давно и просматривал ролики, у меня проблема с шеей, выбит позвонок один. Я купил петлю Глиссона на AliExpress. Лечился он как бы у многих врачей, кто мне помочь не может, то есть боли не уходят, шея как болит, так и болела. Лечился в санатории, там меня лечили больше по принципу, чтобы не навредить, чем лечить. И, естественно, как бы спасаюсь, вытягиваю руками шею. Мне немного легче становится, пробовал ошейник, все равно не помогает. Решил купить все-таки петлю Глиссона, когда придет, мы ее посмотрим, будет ли эффект, не будет ли. Но параллельно взял еще вот такой вот массажер. Смотрите, открываем, и здесь такая инструкция именно закреплена. Есть инструкция на китайском, видите, типа, открыли коробочку, достали, затянули, нажали кнопочку и счастливы. То есть, судя по картинкам, такая инструкция. Вот здесь еще одна китайская инструкция. Это на шею такой массажер, я так понимаю. Так это выглядит. Идут в комплекте батарейки. Все, в коробке больше ничего нету. Вот, давайте мы еще раз на нее посмотрим. Вот так она выглядит. Вот, и давайте дальше коробку отложим. Так. Пакетик стандартный, сяомишный, то есть они почти все, у них, наверное, есть производство этих пакетиков, потому что они все разного размера. Вот так это выглядит. Такая вот затягивает. Батарейки какие-то китайские. Санпадоу. Санпадоу, не сяомишные. Почему не сяомишные, непонятно. Могли и сяомишные положить в технику к Xiaomi. Давайте попробуем. Так, это у нас что здесь? Как его вытягивать, открывать или что у нас? Как это выработает? Вот. А, это как магнитная типа, да? Да. Типа магнитной защелки. Вот он. Приятный такой материал. А, здесь у нас как запоминающая, как подушка, сделан как из материала, ну, внутри, скорее всего, материал, как они делают подушку сяомишную. Здесь внутри тоже какой-то пакетик. Так, прикрепляем и затягиваем, как нам нужно. Вот, а куда же батарейки вставлять? Вот кнопка. Вот здесь получается эта штука. И, наверное, через это окно. А, вот молния. Я даже не заметил. Вот здесь вот молния. Мы ее открываем. Достаем отсек с батареечками. Вставляем батареечки. Сделано все качественно, красиво. То есть, ну, Xiaomi, в принципе, они все делают качественно, что я ни с чем не сталкивался. Вот. Качеством, конечно, к качеству не придраться. Вот это здесь в дополнительной сеточке, она тоже с замочком, но замочек спрятан внутрь. То есть вот это вот, я так понимаю, можно достать. Застежка магнитная, то есть ее для хранения мы можем застегнуть вот сюда, где тут карман этот. Вот карманчик, в нем хранится вот такая вот штучка для того, чтобы мы могли застегнуть, пристегнуть его для хранения. Вот. Вот. И все. Мы сложили его, скрутили. И вот он хранится так. Открываем. Вот. Здесь пристегиваем на шее. И пользуемся. Ну, давайте попробуем. Батарейки мы вставили. Вот так. Вот так мы одели. Застегнули на магнитик. Затянули как нам,
нравится, потуже, не потуже. Вот, и вот здесь нажали кнопку. Нажали, ничего не происходит. Подержать. О! Подержал и началось. Вибрирует так и бьет именно вот этой области. Вот сейчас, сейчас массажирует вот в этой области. Интересно, вдруг их будет какой-то. Сильнее, сильнее. А ну, может, режимы есть? Да, есть режимы. Причем переключается путем нажатия и удержания кнопочки включения. Она включается с таким щелчком громким. Вот, раз режим. Два режим. Два режима. В общем, первый режим я вам сейчас озвучу. То есть сильнее, слабее, сильнее, слабее. И вот он повторяется по кругу. Сильнее, сильнее, слабее. Немножко добавляю мощностей. А второй режим у нас... В общем, как смог, так и объяснил. В общем, прикольная вещь. Попользуюсь. Прибалдел. Действительно прибалдел. Но бьет оно, вибрирует, то есть по бокам ничего нету, вот, а бьет именно только в затылочную часть. То есть, я так понимаю, основной мотор там находится. Вот, больно стало. Вот, ну, как бы, отличная вещь, буду пользоваться, но я думаю, что это как бы для релаксации, когда долго работаешь, прилечь, отдохнуть, там, 10 минут, подремать с этой штукой можно. Вот, ну, идет лампа, идет петля Глисона, то есть мы ее посмотрим, тоже, как бы, у кого проблемы с шеей. Вторая посылка, думаю, будет менее интересная, чем массажер Xiaomi. Но тут очень много всякого хламья. Давайте смотреть. Ой! Все поприходило. Маска. Так, давайте по очереди. То есть много добра всякого. Это товары из раздела $1 товары. Давайте будем смотреть. Ну, подушку эту мы уже видели. Я ее уже брал 2 штучки. Вот еще взял, потому что мне она понравилась. И, ну, как бы с удовольствием. Одну я подарил другу, вторую себе буду оставлю. Дальше откладываем ее, потому что мы уже ею пользовались. Перчатки. Перчатки тоже уже брали. Взял их еще одни для своего друга. То есть... хорошие перчаточки. В этот раз такая вот тактическая Tactical Series бумажечка здесь есть. В предыдущие разы не было такой бумажечки. Откладываем. Далее маска. Маска. Не маска, а шарф, или как там его назвать. Материал такой тоненький. В прошлый раз был более плотный материал, более качественный, ну, для мотоциклиста, допустим. Давайте посмотрим на нее. Вот так это выглядит, то есть зимой лицо можно прикрыть от ветра, вот. Или там на мотоцикле, допустим, если ты едешь. Ну, прикольная штука, приятная на ощупь, приятная, ну, к лицу приятная, не пахнет ничем. Ну, очень-очень-таки неплохая. Далее, далее вот этот вот мячик. Что это? Что это? Спиннер. Это мячик спиннер. Тоже прикольная вещичка. Сделана из пластика. Вот, прикольная вещь. Нравится мне. Далее, вот такая вот гитара. Нужны сюда батарейки. Так, давайте откроем. Сделано из пластика такого, ну, не качественного. Но здесь собачки вот эти вот внизу ничего не нажимается. Здесь нажимаются только вот эти 3 кнопочки. Давайте вставим батарейки, проверим.
Ставил батарейки. Вот. И давайте попробуем мелодии, какие тут есть. Раз. Звенит неплохо. Ну, качество пластика такое, что если пару раз уронить, я думаю, рассыпется нафиг в хлам эта штука. Здесь много мелодий, они играют по очереди. То есть независимо от того, какую кнопку ты нажмешь, они просто переключаются по порядку. Ну а три их просто, чтобы... Ну вот даже мелодию сыграл. Вот, ну давайте пока отключу. Отключения нету здесь, то есть никакой кнопки выключения, надо дослушивать мелодию до конца. Вот, поэтому вынимем батарейки пока. Вот, отлично, понравилось мне, да, действительно, как бы, ну, пластик такой, не фонтан. Вот, бумеранг, бумеранг, скрепочка прилеплен, бумеранг, полетел классно, конечно, но, вот, то есть, ну, не бросать, а его включаешь, и он полетел. Давайте запустим. Ну, как-то так. Вот, снизу кнопочка включается, выключается просто. И все, и можно бросать с ребенком туда-сюда. Отличная вещь, мне очень нравится. То есть, вот это вот добротное. И качество пластика неплохое, он гнется. Вот, в такой коробочке можно и подарить. Вот. Хорошая вещь. Далее, что у нас здесь? Кассета, вот, я даже не понял, зачем я это приобрел. Вот, но... Якобы вставляем эту штуку в магнитолу, подключаем к плееру или куда-нибудь, ну, к источнику звука через джек 3.5. Вот, и вставляем кассету в плеер. Но у меня нет кассетного плеера, нету, даже проверить негде, будет это работать или нет. Возможно, потом сниму отдельно видео, когда доберусь до какого-нибудь кассетного плеера, хотя бы там магнитофона, или может в машине у кого-то будет кассетный, еще кассетный плеер. Доберусь, потестируем, в общем, отдельно. Но пока это выглядит вот так, может кто-то хотел себе купить. Сделано вроде бы неплохо, но как насчет работать, работает оно или нет, я не знаю и пока проверить не могу. Тоже откладываем. Далее, наклейки. Наклейки я купил. Возможно, вы знаете, там советовали мне нанести гравировку на клавиатуру Chewy Hi10 Plus моего. Но, поскольку я понял, что клавиатура там бесполезная затея, и гравировку делать, ну, это дорого для того, что, ну, как бы дорого для клавиатуры, которой ты не пользуешься. Поэтому я взял просто наклеечки на всякий случай. Если понадобится, я их наклею. Выглядят они неплохо. Хорошо сделаны так, но когда открыл упаковку, сразу потянуло запахом таким резины. Вот, такие наклеечки с русскими буковками. Сойдет, в общем. Далее, что мы не посмотрели еще? Давайте, вот еще. Вот такой вот игрушечный чувачочек. Оп. Я так понимаю, можно его складывать. Как удобно. Голову наклонил. Вот мы ему шею свернули. Давайте он вперед смотрит. На ноге налеплено Made in China. Сделан из обычной дощечка. Вот. Обычная дощечка. Деревяшки и резинки. Вот. И можно его в разные позиции. Вот так вот делать. Разбирать, собирать. Я думаю, ребенку понравится. Вот. Вперед ручки. Вот. Ну, прикольная вещь. Так. Далее.
дали набор мерных ложек. Он что, запаян? Запаянный набор мерных ложек. Тоже как бы я таким не пользуюсь, но взял на кухню, потому что, знаете, как сработала скидка, надо брать. Вот такая вот фигня. Был такой кусочек пластика, отрезали мы его. И вот такие вот Аполлонечки. Это 80Z, One Cup, 80Z написано. Пол кап, кап это вроде чашка, да, пол чашки, 4 ОЗ, 1/3, 2,2 ОЗ, в общем, и вот такие вот ложечки. В принципе, оно компактно собирается, то есть много места не занимает. Вот так в одном месте поставил где-то, и оно там хранится. Так, поехали дальше, дальше, дальше. Вот это, что это? Я даже не догадываюсь, что это. Как оно открывается. Тоже мне купил, блин. А, сверла. Ну, их мне воткнуть даже некуда. Они в чем-то липком. Одно выпавшее было. Это, получается, такие сверла для... Если проблема с... болтом каким-то, ну, не можешь выкрутить, вот такие сверла придут на помощь. Но нечем сейчас проверить, но пусть будут, в инструменте пригодятся. Сделано вроде неплохо. Давайте проверим, не магнитятся. Здесь у нас что написано? HSS 4341/4. Вот такая вот фигня в такой коробке. Ну и последняя вещь. С нитками даже. Ребята, представляете? Даже есть, идут нитки в комплекте. Оранжевые, правда. Так, и как это работает? А, вот заправлен. То есть специально заправили нитку для того, чтобы понимать, как это работает. Ну давайте попробуем сшить что-нибудь, что ли. Взял протирку для очков и давайте ее попробуем сшить. Действительно пробило что-то, но не прошило. Давайте сильнее попробуем. Протыкает насквозь, но почему оно не работает? То есть... В общем, я не знаю, как этой штукой пользоваться. Я попробую узнать, как пользоваться. Если узнаю, да сниму. Ну, пока так вот. Такая штука. Качество пластика фигня. Вот он разбирается полностью. Вот. В общем, ну, $1 стоит оно, да. Ну, не больше. В общем... Блин, еле собрал. Узнать, как это делается. Если что, досниму. Ну, пока все. Вот, на этом у меня все. Вот сегодня такая вот гора хлама. Из него мне понравилось. Вот это понравилось. Качество вот это понравилось. Это ложки тоже неплохие. Буквы. Там, в принципе, все мне понравилось. И, естественно, ошейник Xiaomi больше всего понравился. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок. У нас еще идет очень много чего.